Южносахалинцев приглашают на тематическую ярмарку. Ее посвятят Новому году. Мероприятие пройдет в субботу, 23 декабря. Жителей и гостей города ждут по адресу Вокзальная, 71. Для них представят продукцию местных товаропроизводителей. К праздничному столу предлагают приобрести мясо, яйца, молоко, рыбу и многое другое. Ярмарки тематические особенно не всегда популярны, потому что продукция представлена от местных производителей по ценам самих производителей без наценки торговой. Соответственно, люди могут сэкономить свой семейный бюджет. Ярмарка будет работать с 10 утра до 3 часов дня. Напомню, тематическую торговлю в городе организуют регулярно. График проведения на следующий год уже сформирован. Первое мероприятие намечено на апрель.